Это нормально? Женщины, 84 года. С лужи набираем воду. Сутки нет воды. Воду нам отключили в дом. А по дороге как текла, так и течет. Сутки моем улицу Батумскую. Это безобразие, никуда не можем дозвониться. Никто нас не слышит. Ни ЖЭУ номер 5, ни водоканал. Все обещают с часу на час, что нам дадут воду или хотя бы перекроют и начнут работы.